опять же, в разрезе более ранних и более поздних анкет. Это переменная ранговая, поэтому здесь среднеарифметическая неприменима, но применима медиана. И для квартильного размаха посмотрим в квартиле. Стандартное отклонение убираем. Итак, мы видим следующую картину. Преобладает у нас второе значение. Довольно заинтересован для более ранних анкет, относящихся к 10-11 годам. Но при этом разница между вторым и третьим ответом совсем небольшая. Поэтому если мы посчитаем по этой же формуле, по которой считали интервалы для доли, для этой доли интервалы, то если мы посчитаем для этой и для этой долей, скорее всего, интервалы пересекутся. Поэтому распределение следует считать бимодальным. То есть у нас две вершины, и та, и другая доминируют в распределении. Квартильный разброс равен единице. То есть 3 минус 2 равно единице. Медиана равна 3, что опять же подчеркивает, что у нас наша первая подвыборка, более ранняя, она имеет меры средней тенденции, которые указывают на второе и на третье значение. Именно они и задают наиболее как бы репрезентативные для данной подвыборки значения по данному признаку. Во второй подвыборке ситуация похожая. Здесь мы имеем третью моду. Мода равна 3, причем и медиана равна 3. То есть здесь более выражена третья категория. Однако, если построить доверительные интервалы, скорее всего, опять же, будет пересечение. И таким образом, это распределение тоже следует считать бимодальным. Разброс такой же. Таким образом, единица, квартильный разброс, 3 минус 2, единица. Таким образом, мы можем сказать, что за этот период не зафиксировано изменение отношений.